Приветствуем вас на канале. Это короткий обзор 5 популярных товаров с сайта AliExpress, ссылки на которые будут в описании. А также не забываем поддержать подпиской, ставим лайки, ответим взаимностью. Это бюджетная IP-камера хорошего качества. За такую цену очень достойный вариант. Самое главное, чтобы гаджет работал исправно. И если эта камера справляется со своей задачей хорошо, то зачем переплачивать? Камера проста в установке. Много времени на нее вы не потратите, есть поддержка русского языка. Когда делаешь это второй раз, все вообще получается мгновенно. Поворачивается на 270 градусов влево и вправо и вращается на 90 градусов по вертикали. Изображение нормального качества, хоть и не HD, имеются датчики обнаружения движения, ночное видение, встроенный динамик на 4 Вт, поэтому вы всегда сможете удаленно наблюдать за нужным объектом. Поставляется с разным объемом памяти карты от 32 до 128 ГБ. С таким столиком работа за ноутбуком станет не в тягость, а в радость. Легко регулируемый по высоте, он позволит работать полулежа, не перетруждая спину. Также предусмотрена удобная подставка для аксессуаров и 4 колеса, что позволяет быстро и легко передвигать столик с места на место со всеми находящимися на нем устройствами. Мини-LED проектор. Проектор Wanbo позволит вам сделать самим домашний кинотеатр. Он имеет разрешение 1080 пикселей, Full HD, светодиодную лампу, яркость 5000 люмен и срок службы, который по заявлению производителя составляет около 20 тысяч часов. Устройство работает на операционной системе Android 6.0 с поддержкой сервисов YouTube и Netflix, а также четырехсторонней электронной коррекции трапециевидных искажений. Размер проекционного экрана составляет от 40 до 200 дюймов. Он также имеет разъемы HDMI, USB-A, мини-разъем 3,5 мм для аудио, на случай, если вы захотите передать звук на другое устройство. Цифровой светодиодный будильник с функцией проекционного изображения. Совмещает в себе также FM-радио. Устройство имеет зеркальную поверхность, на которой в циферном формате отображается время. Можно установить будильник, напоминания и оповещения. В нем есть внешние датчики, измеряющие температуру в помещении, а также ее влажность. Проекция переносится на любую вертикальную стену. Размер проекции составляет 5 метров. Угол распространения лучей 180 градусов. Вы сможете выбрать любую радиостанцию, находящуюся на частоте от 76 до 108 МГц. Отличный вариант для прикроватной тумбочки. А это прикольный ночной светильник с нестандартным включением. Это устройство включается с помощью двух деревянных шариков на магните. Если поднять нижний шарик, он притянется к верхнему и останется подвешенным в воздухе. Свет при этом включится. Если требуется отключить свет, нужно просто развести шарики и все, лампа гаснет. Источник питания – встроенный литиевый аккумулятор на 1500 мАч. Подзарядка через USB шнур, регулировка яркости на ощупь, 6 видов регулируемой яркости на выбор. Выбрать можно 2 цветовые температуры на 3000 Кельвин или на 6000. Если вам понравилась подборка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылки на товары будут в описании.